Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Расческа в зубы и вперед. На создание модной уличной прически по регламенту конкурса выделили 25 минут. Модно этой весной все, что агрессивно. Стиль рок-н-ролла, регги и даже панка. А это же только 3 дня и все. Сейчас потом меня подстригут, у меня будет очень короткое, а потом перекрашусь, и уже можно в университет идти и продолжать учиться. Мне очень нравятся такие тусовки. То есть здесь красота есть, это как театр. На 7-й чемпионат парикмахерского искусства приехали стилисты из Томской области и соседних городов. Но по сравнению с прошлым годом участников меньше в 2 раза. Этот год тяжеловатый вот для участников профессионального рынка, то есть салоны красоты. Ну, чувствуют такой, скажем, отток покупателей, клиентов, естественно. Да, поэтому мы испытывали проблемы с набором участников. И решили не экспериментировать, провести вот так, как в прошлом году. Эпатирует публику в соседней палатке. Под лозунгом «Это вам не тяп-ляп» художник Константин Фомин вышел защищать авангардизм. Некоторые произведения искусства для людей непосвященных несколько являются. Им кажется, что это легко сделать и у себя дома на кухне, и левой задней ногой. Поэтому мы говорим, мы решили сделать такую акцию, которое, чтобы человек мог сам попробовать. Для неопытных художников самый простой вариант – бутылка рома. Все, что нужно – шаблон и легкая, как у парикмахера, рука. Сейчас вы не человек, вы станок. Интересно, к какому стилю можно отнести мой шедевр? Кто-то скажет арт-наив, а по-моему, сюрреализм чистой воды. Буйство красок и на лице моделей. Такую жар-птицу на улице вряд ли встретишь. Это подиумный макияж. Стилист Дарья Любушкина в конкурсе участвует 3-й год подряд. В ее копилке золотая и серебряная медали. Уложилась во времени, потому что, если честно, вчера я на работе задержалась до 11 вечера, и все было плохо. Но сегодня я как-то собралась с духом и сказала, что тем более я томичка одна, выступаю в Томской области, поэтому я думала, что я не посрамила Томскую область, и будем надеяться на хорошие результаты. Из самых ловких парикмахеров и визажистов на Томском конкурсе создадут сборную команду. Она представит наш город на полуфинале чемпионата России по парикмахерскому искусству. Пройдет он этим летом в Новосибирске.